Привет, ребята, это Егор, я Анатолий. Готовили лететь на параплане. У нас сегодня необычный полет, немножко покрутим элементы высшего пилотажа. Егор, если готов, сейчас потанцую, наклонись немножко вперед чуть-чуть. Будь готов садиться, когда я тебя попрошу. Если я не скажу, не садись, окей? Хорошо, готов. Ты готов идти назад? Да. Хорошо, ждешь, подожди. Олег, да? Я не сказал, сказал нормально. Окей, один шаг вперед. Все, и теперь идем назад. Облокотиться, тебе кайфово будет. Понять чуть-чуть. Вот так. Леночку. Вот так вот. Полетели. Над каньоном у нас примерно 700 метров над уровнем моря. 700 метров отсюда. А над уровнем моря, получается, мы стартовали с 2300 метров. Вот. И сейчас будем играть. Хочешь покатиться сразу или сделаем потом? Потом. Потом. Хорошо. Туда немножко полетаем, потом куда-нибудь, окей? Да. Я, да. Слышу только. Чем занимаешься, говорю? Расскажи немножко. Программист. Давай сейчас повернем вправо, влево, влево, вправо. Ага. Посмотрим на динамику. Хорошо наша голова. Да? Да. Давай еще немножко. Встали. Хочешь еще? Да. Если не хочешь, увеличивать не буду амплитуду. Если хочешь, увеличивать. Вот так. Пока, пока хватит. Нормально, хорошо. Давай спираль. Вот так. Нормалёк? Да. Нормалёк? Как, нормально? Ну лучше пойдем сюда, я подташнивать немного. Нормально, но меня поташнивает немножко. Я побаловался, извини. Самая малость. Пошли привет, скажем ребятам. Стоят, смотрим. Там как делать собираемся. Не испугал? Не-не. Сейчас просто
захочешь, еще крутанем в конце, окей? А, да, если хорошо. Если захочешь. Но... Если не захочешь, буду лететь потихоньку. Блокчейн-платформа. Блокчейн — это децентрализованная технология, позволяющая делать децентрализованные финансовые операции. Это значит, что когда один человек посылает деньги другому человеку, обычно это... верифицируется, что у первого человека есть деньги на то, чтобы совершить эту операцию каким-то финансовой организацией, банком или чем-то подобным. В блокчейне это за счет цепочки блока верифицируется, и все становится, и в итоге не нужен какой-то система, компания, которая должна это верифицировать. Получается, чем вы упрощаете жизнь обычному пользователю? Или вы упрощаете жизнь компании какой-то определенной? Это сложно сказать. Во-первых, это... невозможно зацензурировать. Можно я не буду разговаривать? Я что-то мне подташнивает немножко. Хочешь, пойдем вниз? Время нужно для того, чтобы приземлиться. Наверное, да. Потихонечку будем сливать. Наверное, да. Окей, да. Потихонечку. Во время приземления я тебе дам камеру в руку, тоже будешь держать, окей? Хорошо. Далее тебе. Я ее уменьшу немного. Крутить не буду. Окей? Держи. Да, не надо. Можно не держать? Хорошо, значит выключу.